Казачья изба – первый зал, с которого начинается экспозиция музея. Здесь все о бытии и традициях оренбургских казаков 19-20 веков. В мужской половине избы – предметы, которые всегда были у хозяина под рукой. Поскольку верный друг казака – конь, то это попона, седло, хомут, подковы и многообразие стремян, которые демонстрировали мастерство кузнеца и служили украшением лошади. Другая половина избы – женская. Для оренбургских казачек на первом месте – пуховое ремесло. Мы показываем разнообразные чёски, мы и современные чёски, которыми пользуются, и тот, и та чёска, которая когда-то присутствовала в быту, а если раньше, то гребень. В экспозиции собраны более 150 уникальных предметов. Одни из них были найдены при раскопках и экспедициях, другие в дармузею передавали сами горожане и давние жители тех станиц, которых уже даже нет на карте. Оренбургские казаки ездили по станицам в поисках уникальных предметов. И вот этот свадебный костюм казачки был найден в одной из станиц. Удивительно то, что это не реплика. Он был сшит в 1936 году и сохранился до сегодняшнего дня в подлинном виде. Следующий зал – боевой славы оренбургского казачества. Экспозиция рассказывает об истории казачьего войска от его образования и до сегодняшних дней. Уникальный экспонат в коллекции – икона Георгия Победоносца 1905 года. Ею казаков благословляли в путь. Некоторые экспонаты привезены из зоны СВО. Казаки всегда вставали на защиту государства. У казака всегда было холодное оружие, и плюс еще к этому шло огнестрельное. Казак умел сражаться как пешим, так и, разумеется, сражаться верхом на лошади. И, конечно же, хотелось отметить вот самые, наверное, крупные конфликты, в которых принимали участие казаки оренбуржьи. Конечно, один из самых страшнейших конфликтов – это Первая мировая война. Видите, у нас вот это вот есть фотография. Дело в том, что в Первой мировой войне приняло участие больше 60 тысяч казаков из оренбуржья. Открыть новый музей удалось при поддержке правительства области и Фонда культурных инициатив. Сотрудники музея совместно с оренбургским казачьим войском выиграли гранты на реализацию своей идеи. Идея открыть музей истории оренбургского казачества пришла очень давно. И она так это жила на протяжении нескольких лет. Среди коллег музея истории Оренбурга, среди казаков наших оренбургских, которые очень хотели бы иметь такой, ну, в кавычках, дом, куда они могли бы привести своих последователей. Весь декабрь музей истории оренбургского казачества будет работать для посетителей бесплатно. Анна Овсяникова, Семен Воробьев. Новости дня.